Бета-шар во время карантина пресекли в Таразе. На торжество собрались более 40 гостей. Остановили семейный праздник полицейские в составе мобильной группы. Организатор торжества теперь заплатит штраф в размере более 83 тысяч тенге. С гостями мероприятия стражи порядка провели разъяснительную беседу и предупредили об опасности заражения коронавирусом. Но многих такие беседы и штрафы не останавливают. Жители продолжают пренебрегать требованиями и проводить семейные мероприятия с большим количеством гостей. Всего в регионе за нарушение карантина наложено 377 штрафов на общую сумму более 45 миллионов тенге. В период с 5 июля по 11 ноября рейдовыми проверками охвачено 11340 объектов различных форм собственности. По соблюдению режима карантина 50 мониторинговыми группами было выявлено 668 нарушений на объектах. Собранные материалы были направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг в целях привлечения к административной ответственности.